Всем привет! Вот такая пришла у меня посылочка 2 дня назад. Я растения открыла, полила, и никак не разбирала по подоконникам, потому что обещала снять, а потом подумала, что сейчас их разберу отсюда и вообще, в общем, забуду, где у меня что стоит. Поэтому я сюда принесла еще несколько растений, остальные потом досниму, те, что на подоконниках. Это мои растения от Сони, и вот тут один от Мэншоу затесался. В общем, я его, не знаю, наверное, потом покажу. Ну, я, в принципе, в прошлом видео фоточку добавляла. Так, это из тех, что пришли не в этот раз. Это Соня Green Eyes. Это такая не очень крупненькая зеленая бабочка, желто-зеленая. Фотографии буду все добавлять, потому что, ну, я говорила, что такие растения, такие видео не люблю снимать, потому что, ну, зелень, она и есть зелень, у всех листья одинаковые. Возможно, кому-то просто интересно, какого размера, как они выглядят, как адаптируются, не знаю, может, кто-то ждет тоже такие же растения от Сони. Поэтому покажу, и просто придется фотографии садовника добавлять. Вот, либо... Не буду, наверное, чужие использовать с интернета фотки. Ну, мало ли, вдруг кто-то не хочет. Ну, найду садовника, в общем, фотографии этих растений. Вот, она достаточно крупная, Соня Green Eyes. Вот эти два верхних листа уже домашние. Такие они тонкие, очень длинные. Вот. Симпатичная, уже видела, как вживую цветет она. Неплохое растение такое. Она такая будет какая-то больше мультифлорная. Вот. Это первая малышка. Вот. И, ой, и сюда же я добавила растюшечку, которую я вам уже показывала, которая цветет вот такими миленькими цветочками, которая, как по мне, красивее, когда больше выгорает, потому что изначально какой-то такой цвет грязноватый, потом становится милее, и вот эта желто-розовая губка, мне кажется, когда вот гроздочка, ну, чем-то на парфюмерку похож, только он, наверное, будет немножечко крупнее, этот цветочек. Название у него было вот такое, LM233, 223, вернее. Вот, она, я так понимаю, менюшечка, по-моему, 3 верхних листа. Это у меня хорек залез на подоконник, часть перекинул, часть покусал, но это было год назад. Вот. Вот такие листья сверху домашние, это она уже нарастила. Вот такая вот. Это мое первое растение от Сони. Все начали массово заказывать, и я туда же. Вот. Ну, не сказать, что прям супер нравится. Сейчас они красивее клонируют растения, более крупные. Вот, ну, такая миленькая. Так, дальше идем. Дальше у меня Ice Cream. Вот такого размера растение. Красивая бабочка. Мне почему-то кажется, что это Джанет Брэндон, только от Сони. Что это одно и то же будет растение. Брэндон у меня тоже есть. Только в 2,5 крупнее. Посмотрим. Ну, по крайней мере, я думаю, что они будут, ну, очень похожи. Вот. Если решу оставить обе, то скорее посажу их просто в один горшочек. Будут цвести пышненько вдвоем. Дай бог, чтобы цели, конечно, далеко загадываю. Вот. Хорошее растение. Корешки, много их. Вот. Крупный листик такой. Такая вот малышечка. Так, дальше. Дальше Анна Бич. Это растение я заказывала еще до пандемии, до коронавируса. Очень долго прошло, много времени. Хотя обещали, по-моему, то ли через полгода их. Что-то такое. Ну, как-то прям долго. И там еще... Фелисия была, Strawberry Cake, и еще, в общем, какие-то
До сих пор их еще нету. Ну, в принципе, я не против подождать, если вот растения придут вот такие, а не клопы. Они все-таки в теплицах быстрее растут. Вот смотрите, такие корешки хорошенькие, зеленые. Полноценное хорошее растение, которое можно пересадить в горшочек, а не держать уже вот в этом маховом стаканчике. Оно нормально себе пойдет там в пине, в мелкой орхиате. Абсолютно примется быстро, потому что, ну, клопов я не пересаживаю, когда там два корня, ну куда пересаживать? Они у меня так и растут в этих стаканчиках, я так, ну, приучилась уже поливать, и очень удобно, когда у меня их было, там, ну, много вот таких малышей. Я набирала себе в какую-то мисочку водичку, добавляла туда какую-то вкусняшку для них, вот так их туда все ставила, они выпивали там, ну, вот так вот где-то промокали, всю остальную воду подтягивали, очень хорошо развивались. Там корней столько в некоторых было, что просто повыпихивали себя из собственных горшочков. Ну, вот этого, конечно, малыша уже нужно пересадить будет. Я, возможно, его немножко попою, у него тут вот пытался расти кончик, немножко, видать, в посылках передумал. Подожду активного роста. У меня есть вот добряшечки. Девочка, за которую я говорила, что она была в оккупации, и есть, к сожалению, но как-то через другого человека она продает удобрения, вот эти всякие вкусняхи. Результаты потрясающие. Я постараюсь найти фотку вставить. Результаты корней у меня такая беленькая с розовым бабочка, с красной губой, тоже в 1,7 я брала. Там корней просто немерено. И оба экземпляра там прям закручено корнями. Я только добавляла там какая-то вытяжка из водорослей, что-то я такое у нее брала. Вот. И то я не скажу, что я как-то человек, работающий по схеме, знаете. Я это называется так, о, вспомнила, надо добавить. Вот, вот мои удобрения. Я, ну, практически не удобряю. Когда-то у меня была бутылка компа, я им поливала, потом она закончилась, и вот я у нее беру там маленькими объемами по чуть-чуть, потому что у нее там, ну, допустим, та же вытяжка из водорослей, я понимаю, что это такой более природный компонент, он не должен храниться там 5 лет, там, ну, полгода максимум, и то по жаре как бы не так уж и долго, наверное, хранится. Поэтому я просто пользуюсь, заказываю что-то новое, вот что-то другое, и вот нормально буду эти обрабатывать, и, ну, это претендент на пересадку до осени, я думаю, надо пересадить, потому что такой малыш может и зацвести осенью. У меня бабочка Майя, допустим, выпустила цветонос, но стопорнуло, было очень жарко в Киеве, неделю где-то была прям жара, вот, ну, там такие листья длиннючие, большие. Вот, кто подписан на Casa Verde, вот, у них там пост был о том, что Майя быстро растет, чтобы не переживали, в этот раз малыши пришли, это мои фотографии моей Майи, я отправила Анастасии, ну, чтобы показать, что вот быстро идут они в рост, хорошо, не сидят, не думают долго. Так, вот, Анна Бич, так, следующее, это кокоту. Это новый сорт, он у них недавно вышел. Когда увидела фотку, названия не было. По-моему, были просто какие-то буквы. И я сразу подумала, что он мне похож на попугайчика. У Сони на их страничке официальной ВКонтакте точно, не знаю, есть ли в Инстаграме, у них есть видео этого сорта. Это такая желтая бабочка с такими перьями красными, ну прям попугай. Очень мне нравится и в очень хорошем размере. Я не знаю, наверное, месяца три. Нет, не три. Ну, в общем, не больше, чем полгода, как, по-моему, они выставили фотку только этого растения. Вот, видать, сначала получили, потом уже выставляли на продажу. До этого я не видела. Тоже хорошенькая, корешки есть. Я вообще в восторге от этой посылки. Растения хорошие, крупненькие, приличные. Обычно мои крайние 1,7 – это вот как вот эти нижние три листа. Поэтому, ну, мне очень нравится. Вот такой вот малыш. Так, дальше. Дальше. CR15. У меня есть два вот таких вот растения кроссом. Это, если я не ошибаюсь, нету пока фото цветения этого растения. Есть фотки родителей. Родитель один персиковый трилипс,
Один только такой открытый трилипс. А один розовая бабочка потрясающая, которую, к сожалению, я не успела заказать, так как я увлеклась бабочками и вообще этим поставщиком уже позже. Хотя я почему-то и у наших девчонок, которые вот покупают, у которых взрослые есть материнские растения, по-моему, я у них тоже не встречала эту растюху. Значит, будут, еще будут они. Вот. Но вот, вот этот малыш, это кросс. И очень интересно, кем же он зацветет. Вот. Тоже неплохой. Он самый маленький из всех, но он крепкий, тоже хороший. Корни вот видны. Листики тоже неплохие. Мне нравится. Хорошенькая. Так, следующая малышка. Это бабочка Бриона. Очень крупненькая. Очень клевое тоже растение. У меня есть Брион. Я показывала по осени вам такая как бабулеточка, но нету защипов у нее вот этих вот таких рюшей на край петали, а у нее какой-то рваный такой кончик лепесточка, и прям она очень красиво смотрится. Вот. Ну, захотелось бабочку мне от Сони тоже. Тоже очень хорошее растение. Корешочки тут внизу вот закручены. Вот такая крупненькая достаточно она. Очень клевая, как по мне. Мне очень нравится. Такой заяц ушастый. Так, следующая SA57. Вот их выставили вместе у нас, девчонки. Вместе с вот этим попугайчиком, кокоту. Они как, ну, две новинки были там вот в одном сборе. Это красивая, очень розовая бабочка с такими всполохами. У меня от Сони подобных в заказе или три, или четыре. Я в конце видео просто добавлю фотографии тех растений, которые я еще не получила, но сделан заказ был давно. Я их жду. Когда получу, пока не знаю. Вот. И у меня там есть очень клевый сорт. Они выставили в марте Peace Star. Крупная, очень красивая, тоже розовая. И еще одна у меня похожего плана есть в заказах бабочка от них. Вот. Ну и тоже такая вот растюха. Где-то они все немножечко похожи. Чуть больше, чуть меньше крапушек. Ну, где-то рядом. Вот. Такая вот три листочка, она меньше всего. Ну, ее и выставили, я же говорю, вот буквально и полгода не прошло, как, наверное, девчата сбор объявили. И вот она уже, если сравнить с теми, которые я еще до коронавируса заказывала, то это вот как бы вполне ничего. Так, следующее. Следующий Фаленопсис Magic Art. Вот, крупненький. Крупненький малыш. Хотела я давно Magic Art себе, не могла я его найти, не могли ему цену сложить на европейца. И заказала я у Сони его. Потом мне попался по нормальной цене. Вот. Ну, это тоже был заказан. Поэтому зацветет, сравним. Может, он будет отличаться чем-то, потому что я видела фотографию каменной розы от Сони. И она очень отличается от каменной розы голландской. Я тоже вставлю фотку. Фотка не моя, сразу скажу. Я ее просто в сети увидела. Кто-то выставлял. Я даже не смогу указать автора, я не помню. Кто-то выставлял, вот его соневская роза, каменная роза зацвела. Они абсолютно разные. Она тоже, там очень много белого в ней. Она такая вообще шоколадная. Такими перьями. Вот такой малыш. Magic Art. Так, покажу. Теперь, раз я про нее говорила, покажу саму каменную розу. Вот. MCRT1 Stone Rose. Вот такой крупненький подросток. Тоже много корешков у нее. Добавлю фотографию из интернета и садовника. Вот, посмотрите, как она выглядит. Так, вот такая малышка. Так, ну и последняя от Sony — это Golden Leopard.
крупное растение, единственное в 2,5, которое у меня попало. И оно действительно 2,5 размера, хорошее, полноценное растение, очень красивое. Из серии оно калейдоскопов, Кава Бьюти, вот всего такого, такой рыжик, рыжик-венозник. Вот, надеюсь, отцветет по сорту. Тоже, наверное, буду пересаживать его. Ну, посмотрим. Я последнее время как-то стараюсь не пересаживать орхидеи, которые еще не зацвели, потому что сюрпризов столько. А пересаживаешь, душу вкладываешь, горшок, все это надо купить, посадить, обработать. А потом оно раз и совсем не то, что ты искал. Вот. Ну, и тем более так проще потом, если продать, допустим, зацветет не по сорту или ну, не по душе. Будет проще упаковать, отправить посылкой тому, кому оно больше нужно. Вот. Вот такой. Ну, эту растюшку уже показывать не буду. Я ее, может... В общем, вот. Вот такой товарищ. Это от Мэньшу. Волк тоже хороший размерчик. Ну, не к этому видео он, конечно. Все-таки показываю соневские растения. Вот. Тоже хорошенький крупный кустик. Так, досниму остальные эти, которые у меня уже есть. Чуть позже. Так, в продолжении моего видео о моих растениях Сони. Вот доцветает здесь моя уточка. Я вставлю картинку, как поставщик ее заявлял, и как она цвела, когда была в полном распуске. Цветок до сих пор плотный очень. Это растение у меня распустилось одно из первых. Февраль, наверное. Может, раньше, не помню даже уже. Вот, очень красивая остается до сих пор. Растение крупное, покупала я ее в 3,5. Вот, такая большая. Вот, и еще хотела показать. Вот, моя королевна, моя Юлиана. Это пилор рассвет, как ее назвали девчата в Касаверде. Она была, ну, фотку я тоже добавлю, она была такая более открытая на фото поставщика, зацвела таким пилором. Вот, это прям очень красивое растение, обожаю. Очень крупные цветы у нее, так ждала ее цветения. Вот, первый цветочек ее открылся, стал чуть нежнее. Очень красивый цвет на нем. Невероятно красивое растение. Вот, эти только открылись, они ярче. Потом зеленца уходит, она становится такая нежно-сливочная. Очень красивая. Вот, ну и в конце видео, как говорила, добавлю фотографии этих растений, которые я жду, которые я заказала. Часть из них будет уже этой осенью. Ну, а часть будем ждать. Будем ждать новые шедевры от Сонья. Мне кажется, этот поставщик зарекомендовал себя для тех, кто коллекционирует бабочки, пилорики. Потрясающие сорта у меня там, я жду, и качество у них превосходное. У меня только уточка пришла с желтым пятнышком на шее, но это, мне кажется, какие-то тонкости транспортировки были. Мне девчата сразу же заменили ее. Вот. А все, кого я получала, шикарные растения. А еще я хотела показать свою майю. Вот она, какая большая уже. Девочки в этот раз получили, говорят, мелковатые растюшки. Но у меня вот эти вот два верхних листа точно мои, я ее в октябре получила. Вот этот вот был не полностью. Тут, может, еще какой-то один маленький был внизу листочек. Вот. Но вот это вот выросло у меня. Она очень быстро растет. Очень. С осени, считайте, потом уже такие несолнечные особо дни были. И она вот такие лопухи выпустила. Это очень крупный лист. Ну, как бы вот тут рядом со стандартами, видите, не уступает. Поэтому, девчата, дай бог, ваши быстренько тоже подрастут. Вот вставлю тоже фото поставщика. У многих зацвела и по сорту. Тут у меня тоже есть у нее цветоносик. Вот. Но она его пока затормозила. У меня так бывает. Они по осени потом продолжают дальше растить его. Вот. В принципе, вроде из Сони все. Все, что у меня есть. Скоро буду снимать вам еще одно видео. У меня завтра день рождения. И я заказала себе несколько новиночек от мужа в подарок. И кое-что у меня зацветает. Вот. Буду показывать.
Всем мира и добра!